Беларусь и Амурская область будут развивать биржевую торговлю продукции агропромышленного комплекса. На встрече в Минске стороны определили конкретное направление в сотрудничестве. В частности, из нашей страны целесообразно экспортировать мясомолочные продукты, аминокислоты, а также запчасти и комплектующие для сельхозтехники. В свою очередь, Амурская область готова выставлять на биржевые торги шрот масличных культур, зерно и продукцию его переработки. Еще один перспективный вектор – реализация амурских пиломатериалов в Китай посредством транзитных сделок. Белорусская универсальная товарная биржа выразила готовность в привлечении китайских покупателей.